В Германии очередная забастовка железнодорожников. На этот раз она может стать крупнейшей в истории страны. Сначала прекратят работу машинисты грузовых составов, затем остановятся поезда дальнего следования и пригородные электрички. А забастовка закончится лишь в следующий понедельник. Требования демонстрантов прежние – повысить зарплату на 5% и сократить рабочую неделю до 37 часов.